В районном суде номер 2 Казабекбийского района состоялся брифинг для средств массовой информации по общественно-резонансным делам, в том числе по искам, связанным с жилым комплексом Бесаба. На сегодняшний день в районный суд номер 2 Казабекбийского района города Караганды актуальным и вызывающим интерес у общества продолжают оставаться дела, связанные с жилищным комплексом Бесаба. В силу стечения обстоятельств истицы надлежащим образом не было оформлено право собственности на квартиру, находившуюся в обрушившемся доме, хотя она была заселена и проживала в квартире до обрушения. В суде имеется ряд гражданских дел, возбужденных по искам жителей комплекса Бесаба о признании сделки действительными. То есть обращается департамент юстиции, естественно, отказывается, а согласно законодательству право собственности возникает с момента регистрации. Но, соответственно, нету права собственности, нету компенсации. В общем-то, они вступили в законную силу, судом признаны сделки действительными. Также в настоящее время в районном суде Казбекбийского района рассматривается гражданское дело по иску бывшего начальника изолятора временного содержания города Жезгизган о восстановлении на работу. По обстоятельствам дела сельспромснаб не до конца оформила документы, а при его передаче они должны были потом до конца подписать и зарегистрировать департамент юстиции. А с учетом того, что дом уже обрушился, соответственно, департамент юстиции просто не регистрирует право собственника, существующие объекты. И люди оказались, так сказать, в тупиковой ситуации. То есть вроде собственники и не собственники.